Суточная заболеваемость COVID-19 в России впервые с середины апреля превысила 11,5 тысяч случаев. Это рекорд с весны. Увеличение количества госпитализаций отмечено более чем в 30 субъектах, сообщает оперштаб. В Кировской области за сутки выявлено 37 инфицированных, тогда как в начале месяца в оперштабе фиксировали только 6 новых больных. Рост заболеваемости связан с появлением новых, более заразных штаммов коронавируса, считают в Роспотребнадзоре. При этом именно вакцинация сможет защитить от тяжелых случаев течения болезни, заверяет кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. По мнению врача, очередной волны коронавируса не избежать. Скорее всего, пик заболеваемости придется на середину сентября, когда многие вернутся из отпусков, а дети начнут посещать школу. Удаленка, она является для нас таким приоритетом не столько как с точки зрения работодателя, а с точки зрения эпидемиологии. Ведь разобщить людей – это первый признак того, что мы не передаем вирус, останавливаем возможность циркулировать. Поэтому это да, и маски, и масочный режим, он, скорее всего, тоже вернется.